Всем привет, с вами Прия. Сегодня появилась новая, весьма радостная информация, связанная с выходом нового дополнения Battle for Azeroth. По данным сайта MMO Champion, можно все рассмотреть, что было добавлено в билде 2592. Новые предметы, новые иконки, новая карта. Под какие-либо подземелья и прочее. Изменение способностей. Часть 1. Изменение способностей. Часть 2. Изменение профессий. Новая музыка. Новый путеводитель по приключениям с добавленными способностями. И всякие изменения касательно прокачки и прочего. Новые загрузочные скриншоты. Изменения. Раз. Расовая КДшка эльфов крови теперь будет с 2,5-минутным КД. Хорошо. А это что? А, ну это масштабирование. Понятно теперь, почему такое слишком сплющивание стата. Все окей. А то мало ли. Что еще? Изменение ачивок и всего прочего. Ну, нас что интересует, людей, играющих в ПВЕ? Нас интересует изменение способностей, во-первых. Ну, пожалуйста, по ДКшкам, в Бладе, переделывают антимагический панцирь. А чё его переделывают? Не понял. А в чем изменение? Масштабирование, что ли, не то будет? Расчет щита. Наверное, просто он будет поменьше в плане поглощения. Тут что? Что? Что это такое? Что это за цифры? Почему тут одни цифры указаны, а со второй страницы другие цифры указаны? Я не понимаю. Тут написано 284% красным, да, то есть это получается, ну, то, что у нас в текущий момент. То, что будет в Battle for Azeroth, то 96%. Наводим сюда, вообще написано все другое в плане цифр. Но, что самое интересное, это то, что ну, наносит физический урон, и дальнейший отхил не 20%, как в текущий момент, от полученного дамага в течение 5 последних секунд, а 30% за весь полученный дамаг в течение 5 секунд. То есть... Чё говорят? Блад ДК понерфят? Да. Больше слушайте. Это что такое? Повышает вашу скорость передвижения на маунте на 20%. Плюс 25% от спел пауэра. Чего? Ну, в общем, на самом деле это дело можно рассмотреть. Посмеяться с этого всего. Маленечко. Как всего много. Ой-ой-ой. Страшно. Реально страшно. Spell power? Что? Ладно, в общем, наберется 1000 лайков. Что? Будет обзор на изменение способностей. Ну, на самом деле, все зависит от наличия свободного времени и прочего. Ждем альфу, ждем бету, надеемся на ее скорейшее получение и хочется ее пощупать одним из первых. Не забудьте обновить параметры своего бета-профиля, может быть вам повезет быстрее, чем мне. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, берегите ноги, не болейте, до скорого.